Так, друзья, ну что, всем доброе утро. Мы уже не в Таиланде. Мы уже в Москве. Прилетели. Мам, ну что, тяжелый перелет был вчера? Да. Ребят, перелет был тяжелый. Трясло так, мотало так, что я вспомнил все молитвы. И отче наши, и же еси на небеси. Ну, правда, тяжелый был перелет, 10 часов мы летели, но, слава богу, мы уже в Москве, теперь будем вас радовать. Ванька Барзиков сейчас из Паттайи поедет на Пхукет, из Пхукета уже полетит Кристине. Вот, новости будут, новости всегда будут. Вот, в ближайшее время вы узнаете конкретные новости, мы вам расскажем. Наверное, я думаю, вы уже знаете, с чем связаны, но все скоро узнаете, скоро увидите.